Приветствую вас, уважаемые любители рыбалки, рыболовной ловли. В сегодняшнем видео хотел показать советскую блесну. Называется она Атом-3. Это единственная, наверное, из немногих советских блесен, которую я довольно-таки неплохо ловил. Ловил окуня крупного. Я так думаю, она на заставке и будет. Выложен к этому видео Атом-3. Есть серебристый такой. Это я уже в нем сам отверстие делал. Пытался экспериментировать с двойником и латунная. Латун у меня стоит с тройником. Блесна весит где-то около граммов 20. Вот. Аэродинамические способности очень и очень хорошие. По длине она где-то 6,5 сантиметров. Вот. Сейчас покажу, как она себя ведет в воде. Очень здорово она привлекает окуня, причем окуня довольно-таки крупного. Щучку я на нее ловил.